Коми на финишную прямую вышла уборка картофеля. На продажу и в хранилище отправят больше 5000 тонн второго хлеба. А вот заготовка кормов еще идет, позволяет хорошая погода. Статистика этого года радует аграриев. Уже заготовили 26 центнеров на одну голову. Мы имеем прирост в объемном количестве по сравнению с прошлым годом уже процентов 10. Но даже дело не в этом. Корма, которые мы заготовили, очень высокого качества, потому что основа кормов – это был корм, заготовленный в июле. Это хорошее качество по обменной энергии, по протеину. Вот именно июльский корм, он считается самым позитивным для содержания и кормления животных.